Дорогие товарищи, наша новая встреча с Николаем Николаевичем Миклух-Маклаем, руководителем Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научным сотрудником Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии наук, конечно же, с основателем и директором фонда имени Миклух-Маклая. Николай Николаевич, очень рад. Доброе утро. Очень рад, доброе утро. И вы знаете, мне кажется, наше племя незнакомое надо уже переименовывать в племя знакомое. Мы уже столько много рассказали нашим слушателям о племенах Папуа-Новой Гвинеи, что уже можно считать, что оно стало знакомым. Да. Мы сегодня разберемся с тем, как надо собраться в экспедицию. Мы противопоставим туриста исследователю. Но, Николай Николаевич, турист, он ведь что, через дьюти-фри идет, правильно, к своей мечте? Вот. Приходить приходится, конечно, согласен. А как вот готовится исследователь к этому делу, да? Ну, давайте поймем. Во-первых, турист, конечно, идет с желанием узнать о стране и не всегда готовится к каким-то сложностям. То есть он не ставит перед собой определенные цели, задачи, получить информацию, исследовать. А ученый, он в первую очередь изучает этот регион, понимает, что же там уже изучено, и отправляется с тем, чтобы сделать новое открытие. А открытие можно сделать только, когда ты знаешь, что это что-то новое. То есть ты знаешь материал до этого. И один из важных моментов исследователя, очень непростой, это делать постоянно записи, вести свой дневник. Когда ты уже устал, когда ты провел день в племени незнакомом, и делаешь свои записи. Потому что только записи в этот день, они действительно самые яркие, самые важные, и которые можно будет через некоторое время уже оценить и сделать уже по итогу материал, то есть статью или же книгу, которая позволит уже другим узнать об этом регионе и узнать о новых открытиях. Ну, конечно, со ссылкой на то, что сделали до этого исследователи. И исходя из этого и готовится экспедиция. Но нужно научное исследование и экспедиция, полевая работа. Ну, конечно же, нужно узнать и подготовиться к тем сложностям, которые могут застать в ходе экспедиции. Вот я первую свою экспедицию в 2017 году начал готовить за 3 года. Думаю, многим проще все будет, потому что, да, я посмотрел на картах Google и даже на картах Яндекс, что, как говорят, дело плевое добраться до берега Маклая. Ну, что там такого-то, господи. Купил билеты, отправился, а выяснилось, что, оказывается, нужно узнавать контакты, кто же с ними имеет связь, каким образом добраться, каким образом решить вопрос с визами. Оказалось, все это дело написано в интернете, что это, ну, проще простого. Но на факте оказалось совсем не так. С визами проблема, с контактами проблема. И вроде бы много источников о том, что исследовали берег Маклая. И 150 лет назад Миклуха Маклая писал, и через 100 лет была советская экспедиция. А вот выяснилось, что в период российских исследований это все происходило недостаточно глубоко, и контактов хороших не было. А для того, чтобы провести исследование без проводников, это не будет настолько эффективно. И началась работа по поводу подготовки и налаживания контактов. А помимо всего прочего, подготовки команды, которая будет иметь определенные цели, задачи, мы уже ставили цели исследования. Таких людей тоже оказалось не так много. И а вот, Николай Николаевич, у меня к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы берете в своей деятельности исследовательской на вооружение принципа нашего дорогого Трофим Денисовича Лысенко, который говорил так: если у ученого есть задача получить результат, он его получит. И, соответственно, копать надо туда, где точно будет нефть. Как вот вы на это смотрите? Вы, исследователь, должен быть готов морально к тому, что он может ничего и не накопать. Ну, это уже результат. Во-первых, да. Мы вот отправились для того, чтобы узнать, что изменилось за 150 лет после Миклуха Маклая и после советской экспедиции. И, конечно, нашим бы результатом, если бы мы увидели, что изменений не произошло, был бы как раз именно этот результат, что за 40 лет ничего не изменилось. И, соответственно, можно сделать выводы, что достаточно устойчивая традиция
и что глобализация не проникла, и что, соответственно, еще только предстоит. Это прекраснейшее открытие. Так, Николай Николаевич, а вот что касается личных персональных рисков, вы их учитывали? Что могут болезни навалиться, потом порезать могут местные хулиганы какие-то. Вот что на эту тему? Не представляете, мы готовились очень обстоятельно, и даже у нас были консультанты из военно-медицинской академии по поводу всех опасностей, которые могут на нас ожидать. И безопасность, конечно же, коллектива меня очень волновала. Ну, если мы будем говорить о северо-востоке острова Новой Гвинеи, то самое опасное – это малярия. От малярии не существует никаких прививок. Мы должны понимать, что существуют только профилактические таблетки. При этом, когда ешь эти профилактические таблетки, то с желудком совсем все не очень хорошо. И работу трудно делать, когда все внутри журчит. Mm-hmm. Поэтому нестабильно, давайте так, нет стабильности. Абсолютно, да? Точно. Абсолютно точно. И поэтому одно из правил было в ходе вот моих экспедиций, это то, что мы обязательно используем закрытую одежду полностью, чтобы, ну, мне это проще, у меня еще борода, практически весь защищен. И до 6 вечера опасности нет, потому что во время солнечного периода комаров нет. А вот в 6 часов наступает темнота, и так, комары-то вот эти все опасные вылетают. В этом плане нужно быть, конечно, защищенным, и одежда должна быть полностью закрыта. Малярийная сетка. Обязательно, мы же спим же в хижинах. Ну, максимум матрас, кто хочет. А можно и в гамак. Это очень удобно, кстати, для путешественников, потому что ты всегда, везде можешь найти себе место и повыше от всяких ползучих тварей, скажем так. И в гамаке можно прямо спать внутри хижины. Ну, и мы должны не забывать, конечно же, все средства защиты от комаров, которые можно наносить на тело для того, чтобы защищаться. Это вот что касается защиты. Если мы будем говорить по поводу питания, то в первую экспедицию мы взяли с собой консервы, но использовали фактически всю ту еду, которую едят в деревне, потому что экологически безопасно однозначно, потому что готовится это на костре, мы понимаем, все микробы, они убиваются. Вот, кстати, по поводу воды, я вам должен сказать, что достаточно много есть таблеток, которые обеззараживают воду и позволяют ей быть чистой, но факт говорит о том, что если мы подогреваем воду, если кипятим, то она абсолютно безопасна, после этого ее можно пить. Я пил из ручья и не обращал ни на что внимания, но ребята пили кипяченую воду обязательным образом для того, чтобы точно быть в безопасности. Ну и солнце, вы же понимаете, в Папуа-Новой Гвинее 27 градусов, всегда тепло, и солнце может очень серьезно повредить кожу. Ожоги – это, к сожалению, такая ситуация возможна. Но тут еще один немаловажный момент. Электричества-то нету. Так. То есть оборудование необходимо заряжать, компьютеры необходимо заряжать, чтобы делать какие-то записи, ну и в конце концов для того, чтобы делать фотофиксацию камеры, батареи. Здесь на помощь может прийти или генератор, который нужно вести с собой специально в это место, или же, соответственно, солнечные батареи. Через солнечные батареи мы получаем, соответственно, заряд, а потом мы пользуемся. То есть одно из важных правил – в первую очередь проверь свою технику, потому что она должна быть всегда полностью заряжена. И это достаточно важно. А вот интересный момент по поводу съемок, потому что мы же сделали по итогу документальные фильмы, и без фотофиксации тоже никак, что камеры, несмотря на то, что мы пользовались хорошей фирмой, они выходили из строя через буквально 3 дня. Да вы что? Запотевали внутри. И для того, чтобы они смогли работать, нужно было, соответственно, или при помощи кондиционера, которого нет рядом, их высушить, что фактически было невозможно. У нас было несколько комплектов камеры, не поверите, 3 комплекта, для того, чтобы просто сделать съемки в течение 10-12 дней. Ну, 14 дней иногда хватало это. То есть сложностей достаточно много, которых нужно учесть, потому что можно приехать и через некоторое время понять, что ты не сможешь сделать ни
документальный фильм, не сделать ни фотофиксацию, которая важна. Это все надо учитывать обязательно. Дело не Николай простое. Николаевич, на тему бороды, кстати, вы вот говорили, что чувствовали себя с ней защищенным. Действительно, доводилось читать исследования о том, что борода, например, защищает мужчину в драке, потому что она дезориентирует удар противника в подбородок. Вот, и сбивает с толку, куда надо конкретно бить. Кстати, что у вас там было с безопасностью? С вами были полицейские, ЧОП, кто, как ЧВК, кто вас защищал? Ну, во-первых, вот вы очень хорошо сказали, да, по поводу подбородка. Вы, видимо, имели опыт, да, что действительно, если удар подбородок буквально 15 килограмм, человек может как бы потерять сознание. Ну, еще вы забыли удар по печени, то есть его бородой никаким образом не прикроешь. Но, конечно же, за безопасность мы переживали. И поэтому вначале согласовали абсолютно, кто нас будет принимать. Ну и когда поняли, что Туй, который встретил впервые Миклуха Маклая, оставил потомство, и эти потомки прекрасно помнят Миклуха Маклая, они как раз обеспечивали нам эту безопасность. Ну, в первую очередь, эта безопасность была для того, чтобы у нас коммуникация с другими племенами и с другими деревнями была налажено хорошо. Если все доброжелательно делать, то не входить в конфликт целенаправленно, то никаких проблем, конечно, не будет. Ну и вы помните, что свинья. Мы помним, что в Папуа-Новой Гвинее без свиньи отправляться нельзя. Так. Когда мы это все дело привезли. А как звали, важно, как звали поросеночка-то? Успели за время странствия это обозвать как-то хрюку? Вы знаете, вот поросенка я привез уже в последнюю экспедицию в 23-м году, вот сейчас, из которой вернулся. А в первую я привез-то целую огромнейшую свинью под 200 килограмм. Для нее лодка специальная была. Я таких даже сам не видел. Огромнейшая свинья. И имя ее осталось неизвестным. Вот. Но это тоже интересный момент. Может быть, требует изучения для свиноводов или для тех людей, кто интересуется вот этой частью. Свиноводы должны подключиться, кстати говоря, да, к этой истории. Да, да. Кстати говоря, вопрос всегда задают: а почему же свинья такая дорогая? Неужели нельзя разводить свиней и далее? Ну, конечно, там разводят, но мы должны понимать, что это такая традиционная большой подарок во время инициации, посвящения мальчиков мужчины. Не каждая семья это может делать. И в этом плане, понимая эту традицию, мы преподнесли, потому что это считается, что делается во время большого праздника, во время уважения, и, соответственно, было достаточно важным для нас. Ну и, вы знаете, мы привезли же различные подарки, которые им тоже нужны. Да. О подарках давайте сразу после короткой рекламы. Конечно, главный подарок был 200-килограммовая свинья. Какая прелесть, да? Николай Николаевич Миклуха Маклай, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, об исследователях, которые соперничают с туристами, мы сегодня говорим. Племя незнакомое. Друзья мои, итак, с нами сегодня Николай Николаевич Миклуха Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона. Мы говорим об отличиях туриста и исследователя. Николай Николаевич, а вы вот готовы, как взрослый, это самое, сформированный мужчина, сказать, признаться, что однажды в путешествии в исследовательском вы себе признались, сказали, что с меня хватит, все, достало, душа нет, еды нормальной нет, устал, задолбался, вот, и зря я вообще этим всем занимался. Ну, вы знаете, я, наоборот, не отвлекался на это, и мне как бы казалось, что я не трачу время как раз на душу и на все остальное, а могу заниматься делом. Но это дело важное. Для этого нужна специальная одежда. И, как ни странно, синтетическая. Потому что она не впитывает никаких дурных запахов, если еще и специальная, да, и заставляет чувствовать себя комфортно. Но я вам должен сказать, что когда ты ставишь определенные цели, что тебе нужно собрать, и видишь, что можешь еще и больше собрать материала интересного,
то на это не обращаешь внимания. Ну, потом, вспоминая, как Миклуха Маклай описывал, как он умывается в ручье, как он прекраснейшим образом плавает, купается в Новогвинейском море, залива Астролябия. Ну, послушайте, такое удовольствие. Иногда и без душа, а просто по-настоящему в море и океан окунуться. Рядом тут осьминог. Заодно узнал немножечко о животном мире и морском. Я считаю, что это абсолютно меня не отвлекало. Но я вам должен сказать, почему, например, туристы очень сильно удивляются, когда вот мы рассказываем, я рассказываю о том, что, ну, ты знаешь, и одно, и второе, и третье нужно. Он говорит: ох, так это же, слушайте, это же столько денег, это же, наверное, зачем? Это неоправданно, лучше поеду куда-то на то же самое время, может быть, и больше, и получу. Да, и получу больше комфорта. Ну, мы должны понимать, что ученый-то что делает? Он собирает материал, который в последующем обрабатывает. Ему хватает этого на несколько лет, если это хорошая, успешная экспедиция. Потому что вот собранный материал, вот у меня есть дневники, которые я делал, и аудио, и далее, они еще будут опубликованы. Вот только 500, представляете, шотсов я сделал, как вот для... говорят, минутных. Да, нет, минутных роликов для записи своих впечатлений. Мы еще их не опубликовали, но на канале YouTube опубликуем и обязательно поделимся с Радио Маяк информацией об этом. И, кстати говоря, экспедиция-то сейчас, вот в следующем году, есть уже желающие именно отправиться среди бывших туристов, или, скажем так, среди тех туристов, которые многое посетили именно в экспедицию. И вот с этими людьми мы рассматриваем вариант возможное отправления в Новую Гвинею, но для этого нужно пройти и подготовку, и общение. Поэтому, в принципе, двери открыты для, даже для тех людей, которые не имели опыта в исследовании, а имели опыт в туризме. Ну, как вы понимаете, заходишь так, на как вы их, Макар, Николай Николаевич-то, проверите-то как? Какие должны быть вот у человека качества и физические, и психологические, чтобы он не сорвал экспедицию? Вдруг он сорвется в штопор? О, психологически. Ну, конечно, смотрим цели и задачи, а психологический фактор это, наверное, самое важное, потому что физическая подготовка, она ну, наращивается, а вот психологически, если ты не готов, это достаточно серьезное дело. Поэтому здесь важно общение, конечно, с человеком, понимание его целей. И обычно, когда ты начинаешь рассказывать, что нужно и со свиньей позаботиться об этом, обо всем, и жить без электричества, и не мыться, и тут всякие плавают, и от малярии охраняться. Ну, некоторые сразу говорят: ой, слушайте, вы знаете, может быть, я лучше в Таиланд слетаю, зачем мне в Новую Гвинею? Вот. Хотя, вы знаете, в Новую Гвинею как туристы тоже можно отправиться. Мы же сделали сейчас туристические визы несколько лет назад, и фонд Миклуха Маклая, он оказывает визовую поддержку, можно на сайте это найти, поэтому и как турист тоже можно отправиться, понаблюдать за теми, кто, ну, не понаблюдать, но побыть рядом с теми, хотя бы на какое-то время, кто проводит исследования. Поэтому отличие – это самое важное между туристом и исследователем в том, что тот собирает материал, который в последующем служит для новых открытий, который позволяет внести какое-то благо для изучения и анализа этой территории, людей, раскрыть какие-то интересные факты, а турист все-таки, он в большей степени наслаждается тем, что он сам... Что он тратит деньги, да, это тоже, говорят, некоторым нравится, вот когда тратишь деньги, это вызывает удовольствие у людей. Николай Николаевич, а что касается профессии, да, может быть, ведь просто обычный человек, там, не знаю, обыватель или даже радиоведущий, но может не пригодиться в экспедиции, да, ну, в силу того, что он бесполезен, просто не умеет собирать материалы, нет какой-то профессиональной, навыков нет профессиональных, да. С вашей точки зрения, вот люди каких специальностей все-таки могут пригодиться в таком деле? Ну, кроме чоповцев, конечно, они точно могут пригодиться. Ну, сразу вам скажу, вы намекнули на радиоведущих, и однозначно, абсолютно радиоведущие, конечно, нам подойдут, потому что, ну, как же не освещать экспедицию, да, информация об этом, обо всем. Но, безусловно, какая бы ни была профессия, если ты имеешь достаточно опыта, цели, задачи поставлены, то ты можешь отправляться. Если у тебя этого нет, а просто хочу, ну, тогда пока ты турист. Тогда все-таки тебе нужно немножечко осмыслить, для чего тебе это все, и, может быть, попутешествовать по миру,
а потом понять, ну, в конце концов, там еще собирать материал, публиковать, изучать то, что нужно, то, что до этого, да, ну, пусть это кто-то другой, я уже прочту итоги. Вот это, наверное, будет отличать. Поэтому мы с вами аудиторию уже готовим, рассказываем о племени знакомым. Может быть, через некоторое время они уже прослушают все наши подкасты и, соответственно, будут готовы, уже напишут цели, задачи, будут звонить на радио и записываться. А мы уж сами решим, кого брать. Ну, кого брать, это понятно. Николай Николаевич, ну и короткий совсем вопрос. Ведь важна и очень психологическая совместимость, правильно, в команде? Как у космонавтов, как у военных, как у путешественников, да, чтобы не было поганой овцы в коллективе, да? Ну, поганая овца, к сожалению, обязательно должна быть, на то она и на то это и коллектив. Просто, наверное, надо к этому быть готовым. К этому надо быть готовым, понимать, что это иногда готовым навалиться на него всем скопом и исправить его, я понимаю, да. Николай Николаевич, ну хорошо, готовимся, я так понял, готовимся к путешествию. Вот, без душа, да, я буду морально созревать для этого. Николай Николаевич Миклух-Маклай, основатель, директор фонда имени Миклух-Маклай, спасибо огромное, как всегда, и хорошего дня, товарищи.